Всем привет, с вами снова Санек, и сегодня у нас на обзоре ВАЗ-2101, копейка. Итак, вот она как выглядит. В принципе, ничего так, вроде бы, как бы. Колеса очень хорошо выглядят. Как реалистичные. Ну что же, давайте попробуем прокатиться. Кстати, эта модель заменяет стандартный автомобиль Буффало. Итак, попробуем. Поперли. Ну чё так? Живенько. Я бы сказал, очень даже неплохо. Как для модели, автомобиль очень резвенький, очень хорошо себя ведет на дороге, но задницу болтает. Болтает. Что же, давайте попробуем ее разбить в хлам, чтобы увидеть, что же будет дальше. Ну, даже мне нравится, как ее погнуло. Ой, извиняюсь. Ух ты, прикол вообще. А ну-ка посмотрим, что она еще покажет. Охренеть. Так, ребята, у меня стопорнуло колесо, так что я ничего сделать не смогу. Она уже неуправляемая. Ну, давайте скинем ее. Нету никакой... Никакого трамплина. Есть трамплин. Да ёлки-палки. Так, ну что же, давайте еще попробую я упасть с этого обрыва. Мне нужно перевернуться. Никак не получится. Так, ну что же, давайте не буду слишком затягивать, делать нудное видео. Не так, дабы добиться успеха какого-то, я не могу заглянуть, что же там в багажнике. А нет, видно, запаска, и возможно еще что-то лежит. Царапины есть на кузове, на крыше тоже какие-то царапины есть, но автомобиль красиво крошится. Я удивлен и одновременно доволен данной модификацией. Вот есть некоторые недочеты вот стеклом, как-то оно поверх. Ну, это мелочи, в принципе, но сама модель меня удивила. Вот здесь тоже какой-то небольшой бах. Потому что я описывал какую-то там шестерку вроде бы. Делал обзор, но там вообще ужас какой-то был. А вот эта модель даже ничего так, приятная. Мотор 3D, видно, да, детали отдельно. Это очень хорошо. Автомобиль сделан отлично. А если вы хотите увидеть, что же там сзади и как она побита еще сверху, то... Переходите там по ссылке ниже под видео, там будут скриншоты, разбитые в тачке полностью. Я ее перевернул и
вынес багажник, точнее вынесу багажник и переверну, сделаю скриншоты, и вы можете все увидеть своими глазами. А сейчас мы будем прощаться, на этом все, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте, всем пока!